Так, ну что? Слушай, ты мне не поможешь? Да не вопрос. Я тут слежу за акулами, и, по-моему, они затевают что-то очень крупное. Да, я с удовольствием. Круто. Приходи к моим владениям, обсудим план. Что это за акула, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Нам что сейчас его владением? Это, то есть, либо выбрать добро, либо зло. Офигенно, вообще офигенен. Просто офигенище. Какого хрена? В смысле? Это я почувствовал. Сейчас могу что, все что ли хавать? Так, ладно, давайте вот сюда. Юджин, открывай, это я. Белсин, привет. Ну что, тусуемся? Да, я готов. Тогда зажигаем. Ну, ты будешь зажигать, а я спрячусь где потемнее. Чё? Типа стелс. Типа стелс. Ну что, придумал план? А помнишь тех арестованных, которых мы спасли от Деза? Вообще-то я помню, что спасал их в одиночку. Но продолжай. Так вот, похоже, акулы их ловят. Они держат пленников на строительной площадке неподалеку отсюда. Очевидно, хотят продать их Дезу. Ладно, давай мы их освободим. Не волнуйся, я пошлю на подмогу моих друзей. Под друзьями, я надеюсь, ты имеешь в виду армию архангелов, а не своих сопартийцев по ДНД. Нет у меня сопартийцев. Слушай, Юджин, нельзя же быть таким занудным. Я на месте, где твои друзья? Скоро будут, но тебе нужно заглянуть внутрь. Они замкнутые пространства не любят. Супер! Ангелы клаустрофоб. Класс! Тут стройка! А я каску забыл. Ну, в воде они беспомощны. Ну, я тоже. Как я исчез! Да, красава. Да ты охренел! А чё, исчезнуть нельзя? Походу, дело не исчезает больше. Чё за бред вообще? Так. Нам проще тогда сделать вот так. Сверху вниз пойти. Да? Почему бы нет? Не уйдешь, сопля! Ну, где он, гаденыш? А где вы-то сами-то? Ну правильно, вы внизу на первом этаже. Точнее, на один этаж ниже. Так. Вот они все. Да как ты меня заметил? Говно. А я-то думал, что круче уже быть не может. Так вот, еще раз. Че я должен щадить, блин, задолбали уже. Офигеть, блин, меч-колоденец. Таких ударов, блин, я не знаю. Кто я там такой умный? Не уйдешь, сопляк. Хорошо, что ты сдался. Что-то я ничего такого не вижу. Ну ладно, давайте вниз.
Здорово, пацаны. Вот так вот. Пустите мне кровь. Да, пусти мне кровь. Какой вон у меня еще? Да блин, вот он машет долго. Охренеть просто. Валим, валим. Оком. Валим. Куда ты? Вот он полетел. Да блин. Все, питание кончилось. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Блин, энергии нет. Че, покажу вашу мать. Че ты, мать, а? Че ты, а? Говно. Так, бомбочку собираем. Отлично. И что? Где это все говно? Ищи дальше. Блин. Само собой, раз уж я здесь. Значит, я там профукал что-то. Окей, давайте вернемся. Да, точно, вот же. А, два есть. Что два? Кто два? Где два? Ну и еще один остался, да? Офигеть, да? Вообще, обожаю. О, вообще. Так, нам бы, конечно, подзарядиться немножко. Где бы взять энергию? Все, вижу. Делсин, а. Ты пропустил этаж. Да я, блин, ничего не пропускал. Я подзарядиться только. Вот, и все. Можно вернуться. Так. Так. Умеют же эти акулы людей прятать. Стоп, я слышу вертолеты. Давай на крышу. Вертолеты Д собирают грузовые контейнеры. Значит, проводники внутри. Черт, опоздал. Нет, нет, видишь ангелов? Они постараются прижать вертолеты к крыше, чтобы ты смог запрыгнуть на контейнер. Ага, сейчас я прыгну на движущийся контейнер, когда до земли 4 этажа. Видишь, как много ты теряешь? Держи, я не дурак, я герой. Фак, нет. Блин. Давай же. Да, блин. О, отлично. Замечательно только, как получится забраться. О. И что делать будем? Не стреляй, вертолет, и ты же убьешь проводников. Блин, а в кого стрелять можно? Как дела, ангелы? Нифига. А где следующий-то контейнер? Чё-то не понял. Давай! Он сейчас катится. Где? А, вон они где. Окей, гоу! Okay,
Вообще жесть. Обожаю. Обожаю такую скорость. А вот это еще круче. Так, вот они. Блин, и как мне забраться-то наверх? Отлично. Так. Так. Ты что ты будешь делать? Клёво! Серфинг на контейнер! А вот и салют! Упс! Юджин, вот тебе еще один! Отлично. Так, и еще, да? Все, это здесь, вот он. Где он, где он, где он, где он, где он? Фак. Охренеть, для вас тут сколько. Ангелы, ловите! Окей. И последний остался. Есть. Где он, где он, где он? Ни хера не вижу. А? А вот же он. Так. Отлично. Штука контейнеров, офигеть просто. Блин, я в эту зону попал. Блин. Жалко, что он летит не так, как это. Лучше бы он летал по энергии, чем на определенное расстояние. Ну все, я готов. Охренеть. Я до тут не долечу однозначно. А, кстати, я отсюда не попаду. Я же могу отсюда попасть. Нет, я отсюда не попадаю. Че ты энергию не жрешь с антенны? Тоже странно. Нет, нет. Фак. Кстати, вот че он энергию не жрет? Странно. Ну ладно. Да, слишком далеко. Далеко, далеко. А, вот она, антенна, кстати. Это последний. Надеюсь. Делсин, последний контейнер упал в Дэнни Парк. Туда стягиваются силы Деза. Не дай им забрать проводников. Да пошел. Я вам этих людей не отдам. Офигеть. Сдаешься? Хорошо. Это мне бомбочку собрать. Вот так вот.
Это херово. Ей-ей-ей. Вообще херово. Откуда у них там такая сила? Так-так-так. Мочки. Так, ангелы за нас, отлично, пока ангелы нам помогают. Ну, юный ангел, добивай оставшихся. Юджин, когда мы закончим с этим, научишь меня своим трюкам? Ты не достоин! В ангельском обличии ты делаешься еще зануднее. Ни хрена ты охренел. Воу! Жесть. Так, что? Вот он. Стоять! Ну, юный ангел, добивай оставшихся! Юджин, когда мы закончим с этим, научишь меня своим трюкам? Ты не достоин! В ангельском обличии ты делаешься еще занудней! Фак-фак-фак! А как он меня заметил? Я чуть не понял. Я ж типа сейчас... А, во. Так, все, вроде я исчез. Меня никто не видит. А вот и я. А теперь стоять. Фа, валим. Что-то их было много здесь. Ищенка, как обычненько. Чё говнец? Вот так вот. Так, нам бы подзарядиться чуток. Не, ну вот эта способность вообще офигенная. Не дают засранцам подзарядиться. Привет! Опа! Опа, ёпки! У-ху-ху-ху! На, держи! Так, ну у нас что, заряд закончился? Придется неончиками? Ну это тоже нормально, конечно. Базарик. Базари нет. Но тот лучше, все равно. Что не говори. Мне тут больше понравилось. Тихо. Спать. Баю-баюшки-баю. А вот еще один. Спать. Так, еще. Все, что ли? Что-то народу было. Что так долго? Так, теперь я электрический. Точнее... телевизионный. Ух ты! О, все. Кто решил вернуться в реальный мир? Я. Довольный. Да, ты меня убедил. Дам людям еще один шанс. Ну, тогда от имени людей. Спасибо. Да, но я так решил. Если подведут, тогда я их всех зажарю. Молодчина. Прикольный чувак.